занятия сегодня. Надежда Васильевна ведет. Итак, прямо подвези куда надо. Хотя мы собираемся в зале школы. Сегодня было у нас богослужение. На богослужении было 17 человек со мной, считаю. А там кто-то идет далеко. Трактор. На тракторе барабаш. О, садится куда. Сегодня 1 сентября 2024 года. Воскресенье. Батюшка в городе, отец Аким. Должен поехать. Вон как, разворачивается. А почему? Бочку ведет. Да нет, дальше не идет. Куда же ты его понесла? За рулем как-то идет барабаш. Воду на тащек поставить. Это вот половина, где крест на стене, храм. А вот эти два окна к школе относятся. В одном здании духовному учат. Да и в школе учителя все верующие, православные. Все у Бога рассчитано. Как наш отец тятя говорил, шарахнут мешком пыльным-то из-за угла. Все побегут сюда, потому что здесь и вода есть, и... Ну все, есть. Вот так.